листовки. Вот А4. Где есть QR-коды, вызывающие писать петицию за отставку Медведева. И ссылка на видео Навального про уточек в том числе. Вот за отставку Медведева. Он был организован движением «Весна» после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. И мы решили прийти, собраться здесь и выразить свое мнение, что в любом нормальном государстве о бывшем президенте, которого узнали такие сведения, которые были разглашены в фильме Навального, это должностное лицо было бы отправлено в отставку. И мы, активные граждане Петербурга, мы решили выйти, собраться и обсудить те сведения, которые мы узнали, и потребовать отставки Медведева. У нас есть даже петиция, которую можно было бы подписать. На своей должности премьер-министра, где зарплата там, ну, то ли 500 тысяч, то ли около того, все эти миллиарды рублей, все эти виноградники, яхты и так далее. Особенно возмущает это после всех его высказываний в духе «учителя, идите в бизнес», или «денег нет, вы держитесь». После этого как-то вот эта вот яхта, на которой он подъехал, извините, прямо к салюту, который как будто бы в его честь происходит, что ли. Не жрите уток, вот он, понимаете, да, очень мне. Каких-то там утят, все похожи, хотят. Нужна колонка. Вы что, на пошли? На шагающих утят текст песни. Блин, ладно. Кто сейчас будет хоровод, давайте. Давайте растягивайте. Внимание, граждане! Данное публичное мероприятие не согласовано. Установлено законом порядке. Я требую прекращения противоправных действий. Против этого царя. Внимание, граждане! Данное публичное мероприятие не согласовано. Проходит нарушение. Мы с тобой, мы с тобой, прощай. Мы решили закон. Сейчас, кстати, вас все сюда, прошу пойти. Хорошо. А кто вырезал нарушение закона? Пройдите, пожалуйста. Я сообщил нарушение. Повторяю. 20.2. Нарушение федерального закона. А почему оно вырезал? Все. Согласованное мероприятие. Данное мероприятие не согласовано. Да что вы задерживаете? На каком основании? Вы имеете право не давать просто тебя никаких показаний. Вы имеете право на переводчика. Лохова, пожалуйста, проходите. Вы имеете право на юридическую помощь. Проходим вопрос. Девушка, давай, проходите, пожалуйста. Заходим. Это не полицейская машина? Ну что, всех веселых ребят увезли, одна я осталась. Ну вот у меня на плакате нарисована уточка. Это уточка, которая живет у Медведева в домике для уточки в одном из его поместий. И одновременно наш премьер-министр говорит нашим бабушкам, у которых пенсия 3 копейки, денег нет, но вы держитесь, а сам строит домик для уточки. И мы, конечно, все понимаем, что Медведев не является никаким настоящим премьер-министром, а просто очередная номинальная фигура, очередное пустое место в путинском правительстве, и все решения принимает Путин. Но, тем не менее, каждый чиновник, который принимает сегодня все эти ужасные законы и занимается наступлением на гражданские свободы и оборовывает население, все равно должен понимать, что он несет за эту ответственность тоже. И сейчас, когда с него спросят, придет. И вот когда-нибудь с Медведева за его домик для уточки тоже спросят, хотя, конечно, уточки — это прекрасно, и против уточек мы ничего не имеем.